присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов. В Ульяновске пресекли деятельность группы медработников, которые выдавали липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19. За денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тысяч рублей медработники внесли в официальные документы и государственные базы данных о проведении вакцинации, присвоили QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинированных составило более 500 человек. Борьбу с поддельными сертификатами правоохранительные органы ведут совместно с региональным министерством здравоохранения с весны этого года. Данная работа будет продолжаться максимально плотно, максимально жестко. Сам прецедент незаконной выдачи сертификатов о вакцинации, он наносит ущерб прежде всего жителям нашего региона. Он ухудшает эпидемиологическую ситуацию и во многих случаях подрывает действительно всю репутацию самой вакцинационной кампании. В ходе последней операции проведены обыски, изъяты амбулаторные карты, допрошены 2 медработника и 1 посредник. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а поддельные сертификаты аннулируют. Рената Лиулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.